Ну что, мы уже в электричке? Ой. Да. 18 минут еще посидим, поедем. Помните, показывали электричка, комфортная, классная. Это 17 злотых, говорят, будет стоить. Сейчас придет кондуктор, мы оплатим. Хотя бы уже сели, уже, конечно, уставшие с этого перелета всего. Ну, в общем, сейчас надеюсь, что вот они нас дождется. Вот мы уже, галерея Краковская. 11 ночи практически добрались. Мальчик с этого, с доставки Bolt помог нам определиться с направлением. Месяц светит, луна, все прекрасно. Мы в Кракове. Все, сейчас идем искать наш отель. О, друзья мои, прошли 5 минут и нашли. Вот он. Отель, хотел, Матешко или Матейко. Непонятно еще, но Наташа... Не знаю. Ну все, идем. Нас обещали сдать. Ждать. Клен. Наташа радуется клену. Все, заходим. Вот вход. Наташа, пошли. Вот. Все, сейчас, наверное, включусь, когда зайдем, а то мне тяжело. Ноутбук и чемодан. И все вот такое. Завести невозможно, да? Ну да, давайте. О. Вот как мы заносим свои вещи. Все, отель Матейко. Вот. Уже заселяемся сейчас. Будем идти с вами, посмотрим в номер. О, сколько мы с вами номеров посмотрели уже за этот день. Но вы-то, наверное, несколько дней смотрите. Ой, извините. Что ж такое-то? Сейчас собираюсь. Я Наташу навожу. Да иди, идем, давай. Все, сейчас поедем. О, какая карта красивая. Класс. Старина, давнина, то, что я люблю. Наташа, поехали уже. Написано в тираже, на камне написано. Мир – это большой тираж. Правда, так, ждем, да? Что мы ждем? Мы ждем, чтобы зайти в лифт. Я думаю, что... Хорошо, что лифт есть, а то я помню, что мы в каком-то на полуэтаже были, помнишь? Хоть в портале. Классный портал, отель. Да. Классно, да. Забираться тяжко. О, запах приемный. В лифте. Так, нажимаем кнопочки. Это мы, уставшие просто в кочерышку, не знаю, как это сказать. Уставшие сильно. Но... Он говорит 309, он говорит, а я слышу 6. Шерча, а это тройка. Шерча. Так что... Мы ему что? Он говорит, шерча. Мы говорим, блин, мы не понимаем. Он так говорит, да вот же номер 309. Мы такие, не, ну все, это ясно. Ну почему ты 6 говоришь? Ну почему ты шерча? Мы говорим, это же 6. Ехали научить поляков. Польские и украинские не похожи. Не, ну, так, а куда мы поехали? На треть. А такое ощущение, что мы уже на девятом поехали. Ладно, выходим. И очень так говорим тихо, люди уже, наверное, спят. Ой, застряла. Красивые какие. Ой, слушай, красиво. А что туда? Я не знаю. О, лесенка, кстати, тоже есть. Так, у нас 309 с вами, да? 314. Я чувствую, мы сейчас в круговую пойдем, пошли. 302, 303. Да, я видела. Наташа обнаружила салфетки. Она, а ну, подожди, отойди чуть-чуть, отойди. Наташа в восторге, что там есть салфетки. Не, ну, приятно, салфетки, это санитазер. Как мало Наташе для восторга нужно, но тоже хорошо. Конечно. А красиво, да, вот такие деревянные двери. Пошарпанные стены. Но Наташа все равно всегда вот скажет, что найдет какой-то недостаток. Не, извините, я так идти не могу, я оставляю чемодан. Я не тебя бросила, а чемодан бросила. А как ты зайдешь? Сейчас я. Я? О, 309. Вот он. Да, вот сейчас. Подождите, вернусь за чемоданом. Я сейчас уже здесь. Давай. О, Наташа, мой чемодан подхватила. А спасибо. Елки-палки, что это? А, опять же соль. А, вот так вот соль. Ты же не помнишь. Господи, что это? А, это дверь. Мне показалось, а, это в туалет дверь, господи. Заходим. Ага. Ну давайте сейчас подробненько посмотрим. Боже, это кровать не двойная, это полуторная кровать. Боже, я в конце спал. А что нас засовывают постоянно вместе? Я не знаю. Ну ладно. Нет, мне не нравится просто на маленькой кровати двойная. Это реально для полу... Это называется квинг сайз. Да, вот такая вот маленькая кроватка. Ну ладно, нам тут нет. Зато номер такой большеватый, я бы сказала. Какой старый дом? Так, что у нас здесь? Может, заберем чемодан сначала? Мы, конечно, людям верим. Чем интересно?
Ух ты, открываем окно. Вечерний Краков. Офигеть, народ. Так, как это называется? Офигеть. Нет, вид классный. Для красоты есть только слово офигеть. Только сейчас я вам скажу, что у нас, кажется, тут звонить будет и отвлекать нас, и спать не давать. Но не важно. Слушай, то есть мула тебя не отвлекает по жизни? К муле я уж привыкла в Эмиратах. Таксишечка едет. Народ, ну слушайте. Класс, 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 класс. Офигенно красивый номер. Давай, дайте выйти. Я не выхожу. Помогите. Наташа, я запуталась. Выпусти. Вышла уже. Фу. Наташа злится почему-то. Не, ну кровать, конечно, такое вообще что-то на одного номер. Ну ладно, двоих пустили, значит, двоих пустили. Это реально кровать на одного. Блин, капец. Кровать, это... конечно, слабенькая. Смотри. Насколько, ну, я знаю, это золотое правило. Ты должен лечь и вот так руки, тогда тебе будет комфортно. Ну да, конечно. Что я вам... О, водичка есть, тоже приятный сюрприз. А ну, пооткрывай еще, пожалуйста. Что? Интересует сейф и шкаф, короче, так. Полочки. Ну, полочки возле каждого есть, но, конечно, кровать, ну что это? Хорошо, что мы с Наташей долго путешествуем и в хороших отношениях, а сейфа нет, а да? А чего? Ты не сможешь поспать на полу? Спина будет ровная. Я думаю, ты будешь спать на полу. Тю, блин, вот так вот. Нету этого холодильника. Да, но мы знали, что нет холодильника. Но тут всего на два дня переночевать. Чайник, кофе можно просить внизу, сказали, если вам нужен кипяток. А, и сейф. Сейфа нету, видите. Ну, интернет должен быть. Вот такой отель. Ну, слушайте, мне нравится. Давайте с вами еще пройдемся. Я очень надеюсь, что я никого не бужу. Слушайте, ну мне нравится. И номер сам большой, просторный, отель классный. Ну, кровать, конечно, да. Ну, ладно, это на два дня. И я вспоминаю, что полки в нашем люксовом купе в прошлом году были намного уже. Так, ой, а что это такое? Узор какой? О, народ, круто. Ну, интересный отель. Честно, шли от вокзала, ну, минут 5 с тяжелыми чемоданами. Ух ты, сейчас. Оп, оп, красиво. А ну давайте-ка я это. Спасибо, конечно, Наташа, что помогает, потому что я с коленом тут чемодан еле тащу. Ух, классно смотрится. Ну и там уже другая жизнь. Может, другой отель, может, другой дом. Красота. А вот еще верх есть. Значит, еще тут 4 этажа, наверное. Ох, слушайте, это почти 12 ночи, и мы наконец-то добрались. Как же было долго, помните? Наш не вылет, отель, завтрак, снова вылет и все остальное. Пришли. То есть 314 был последним. Почему Наташа хотела сюда идти, в тупик? Странно. Ну вот, красота, заходишь, салфетки, туалетная бумага закончилась, быстро выбежал себе, взял салфетку. Нормально. Ой, класс. Просто обычно отели другие немножко, да, мы привыкли такие вот Дубай, Абу-Даби, ну вот. А этот такой вот сильный, как дом такой, уп, и поворотик. Неплохо. Давно мы этот отель выбрали. Ну, это наш третий отель в Кракове. Посмотрим. Надеюсь, что он прикольный. И нам понравится здесь. Такой угловой номер. Наташа, застрявшая в окне. Ну что, как? Как это красиво, слушай. Это просто обалдеть, как красиво. Ну, это, вот. Это дерево. Наташа довольна, это приятно. Нет. Есть этот, как он? Вентилятор. Да. Ну, это тоже мы писали, но мы знаем, что сейчас в Кракове в номере будет так прохладненько. Вообще нет никаких запахов, я не чувствую. Как мы вот это были сейчас в Абу-Даби, когда канализации. Да, реально. Там, конечно, и врата это, не слабенько было. И это не только на нашем этаже, только, то есть там проблема там общая. Освещенность классная, смотри, как да, она светит. Свет хороший, хочу картину еще показать. Краковия. Краковия. Вот там... классическая лампа тоже красивая. Кстати, не дешевая. На сторону. Ну такой отель уставший, да, вот это, можно сказать, уставший. Не, но мы же знали, что мы бронируем не очень за большие миллионы. Это 2000-е годы, наверное, но тем не менее очень достойно, да. Ну там пятнышко где-то есть. А чемодан твой там еще? А, ты затащила уже. Я все за... Так, двери закрываем тогда. Боже, какая, дышать можно. И хочу еще посмотреть на предмет шампуней, подождите. Туалетная бумага тоже есть? О, есть, шампуни есть.
Ой, Наташ, я не знаю, где все отключить. Помогай, пожалуйста. Помогай, так. О, вот такой, что у нас есть шампунь и гель. Боже, кстати, какой такие милый, классные, да? Милота такие? Какая, боже, я такого не бачила. Ой, баз... Чё? Зел по... Ай, это что это, наверное, на польском? Так. Гель для душа и шампунь. Каким-то таким. Так в сувенирчик привозить можно. Это мы, народ, уставшие и довольны, что добрались. Фен не Валера этот раз, а то ты в прошлый раз не заметила, что он Валера. Мы потом обрадовались, что Валера был. Старому другу. Да. Это шапочка. Раз, два, три, четыре. Слушай, я, наверное, буду коллекционировать эти так, шапочки. Так, эти есть, кабинки есть. Шапочку покажи, покажи шапочку. Ну, упаковка какая. Класс. Шапочку хорошо круассаны с завтрака заворачивать, если вы забыли пакет. Лайфхак от нашего канала. Ну вот, друзья мои, что будем мыться, отдыхать, спать. Завтра, надеюсь, на завтрак. В общем, спасибо, что были с нами. За лайки, комменты. Все, всем добра. Пока.